крутые и смешные видео, ответы на вопросы подписчиков и также прохождение различных флеш-игр. Все это ты сможешь найти на канале Биг Графа, а мы приступаем к просмотру. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, в новую серию Пиксельмона, где мы будем продолжать пытаться словить какого-то легендарного покемона, продолжать искать редких покемонов и прокачивать наших. Да, ребята, но перед этим поставьте, пожалуйста, лайк, ведь если мы наберем 1200 лайков, я верю в это, ребята, то, что мы сможем набрать всей нашей дружной семьей подписчиков. Если мы сможем набрать, то я вам даю свое слово, то, что сразу же выйдет следующая серия Пиксельмон. Ребят, секунда, чтобы поставить лайк, не так-то это сложно, но действительно вы этим сможете повлиять на то, чтобы новые серии выходили еще чаще. Также не забываем подписываться на мой канал, каждый подписчик как для меня как друг, даже вы можете задать свой вопрос в комментариях и увидеть то, что я на него отвечу, поэтому не стесняемся, не выкидываем свою лень, которая накопилась у вас в теле, и подписываемся на канал, я буду только этому рад. Да, ребята, а мы приступаем к самому видео. Ну что, куда мы сейчас потопаем? Перед тем, как я начинал серию, я уже нашел одного тут босса и убил его и выбил с него вот какие-то тут, ну, такие себе плюшки. Сейчас, ребята, мы возвращаемся домой, поскладываем вот это все в инвентарь и потопаем, я не знаю, может опять на наш остров, а может куда-то в другое место мы будем дальше пытаться словить какого-то легендарного покемона, ну или хотя бы пытаться его заспавнить. Это, в принципе, не от нас зависит, к сожалению. Нифига себе, у нас уже даже тут места нету, куда нам складывать вот эти все вещички. Я не знаю, ребята, что нам уже даже выкидывать. Давайте выкинем вот это и вот это. И яички можем даже выкинуть. И вот это можем выкинуть, и вот это можем выкинуть. Все, весь хлам нужно выкидывать, чтобы он у нас не копился в инвентаре. Это сюда, сюда, сюда. Круто. И, в принципе, больше ничего. Есть у нас что-то? Ух ты, нифига. Нифига себе. Значит, еще тут вещей и вещей. Офигеть. Ну, ладно, ребята. Сейчас мы топаем в наш рай покемонов. Кто помнит, что это такое, ребята? Рай. Тут всегда очень много покемонов. Будем надеяться, то, что в этой серии тут также будет много покемонов. Но, к сожалению, они спавнятся только ночью, да? То есть, днем тут их не так-то и много. Но все же можно даже их... хотя бы вот этих поубивать. Кстати, нам нужно дальше прокачивать. Там кто-то бегал. Какой-то шайни майни. Да! Шайни Одиш, конечно, мелкий, как фиг его знает. Что? Я не люблю мелких покемонов, в принципе. Ух ты, ни хрена себе, у нас. У нас вообще уже болов нету. У нас осталось 20 левел болов, у нас нету ни одного ультрабола, у нас нету ни одного квикбола, что самое... О, нифига себе, еще один босс. Что самое фиговое, то, что у нас нету ни одного... Еще раз повторюсь, ни одного... Дайте я вылечу. Ни одного... Еще один шайни, нифига себе. Таскбола. Это очень плохо, потому что таскболом мы очень... Еще раз скажу, очень круто могли ловить покемонов. Если мы днем могли не словить кого-то, то мы могли дождаться ночи и ночью практически 100% его словить, да, потому что даскболом покемоны очень круто ловятся. Но сейчас, ребята, это будет немного за парой. Так, как вы видите, то, что больше у нас нету практически никаких болов, а только левел. Это будет немного сложновато, да, ребята. Немного все-таки сложновато. Давайте мы в следующих частях займемся этим и будем дальше крафтить какие-то болы, потому что они нам очень нужны, ребята. Если заспавнится какой-то крутой покемон, то мы, в принципе, его никак не сможем словить, потому что у нас болов нету. А если он будет каким-то там 40-м уровнем, то, ну, понятно, что левел-болы на него вообще никак не подействуют. Это плохо, ребята. Если бы сейчас не заспаунился там Шайни Одиш, я бы даже на это внимание не обратил. Мы бы дальше бегали, у нас бы в кармане было бы 20 левел болов, и я бы даже на это не обращал никакое внимание. Вы меня спросите, зачем я сейчас прокачиваю
Алтарию, а затем то, что я ее случайно перекачал в предыдущей серии, и сейчас ее нужно докачать до 55 уровня, да, чтобы такое прям четненькое число было. Я не люблю, когда покемон какой-то там, я не знаю, какой-то там 43 уровень или 58, я люблю, когда вот такой 60, 65, 70, то есть, чтобы такие цифры были. И, в принципе, все, он уже, Алтария уже 55 уровень, то есть мы постарались, ребята, хорошенько, и сейчас, наверное, беремся за Желтиона, как думаете? Рапидаш. В принципе, можно, но мне кажется, будет его немного сложновато прокачать. Я даже никакой урон не нанес. И прокачать, и вообще что-то с ним сделать. У него, хоть он и электрический покемон, и в принципе ему очень просто качаться на водных, но фиговенько то, что у него нету никаких электрических атак. Мы, конечно, можем пойти домой и посмотреть, что у нас есть в сундуках, да? Посмотреть, может, у нас есть какие-то там электрические атаки. Но я очень ленивый по этому поводу. Поэтому, ну, нет у меня сейчас желания возвращаться домой, искать какие-то новые темки и пытаться изучить их нашему Желтиону. Но все же мы попытаемся. Сейчас будет ночь, ночью мы постоим тут, потому что ночью у нас может заспамиться и один легендарный покемон, и второй легендарный покемон. Главное, чтобы не Суйкун. Нет, все, достаточно нам Суйкунов. Больше я никогда не хочу видеть Суйкуна в этом сезоне. Больше никогда. Да даже вообще никогда, потому что он мне уже так надоел в этом сезоне, что это можно с ума просто сойти. Все, все, Суйкун, уходи и не возвращайся. Честное слово. Пожалуйста, больше ты нам не нужен, вот прям не нужен, не нужен. Ребят, вы со мной согласны, то, что он уже, ну, действительно нам надоел очень сильно. В принципе, хорошенько убивать таких тренеров. Мы убили его покемонов за пару секунд, но тем самым мы... Так, Шелдер... Он шайни, зараза, шайни! Тем самым... Дайвбол. Тем самым мы заработали 3000 опыта. Это, в принципе, такой средненький босс дропает 3000 опыта. Да. Да, да! Двух шайи мы словили с помощью одного левелбола. И первого, и второго. Круто, круто. Пускай будет. Ну что, зараза? Твои, как я вообще не попал? Он такой огроменный, а я не попал в него. Вот, круто. Ну что, ребята, у нас наступает опять ночь. Давайте будем надеяться, то, что в этой серии нам все-таки кто-то попадется. Я сейчас убью этого Дрози, потому что он слишком бесячий. Честно, он будет сейчас тут ходить полчаса и просто дрозить и бесить нас. А, легенды, давайте, вылезайте, мы вас очень сильно ждем. В этой серии я бы хотел видеть Кьюгра, да. Ох, Thunder Wave, пускай будет вот так. В этой серии я бы очень сильно хотел его видеть. Будет ли это так или не будет, я не знаю. Я, к сожалению, не знаю, но... Ребята, напишите в комментарии, кого бы вы хотели видеть в первую очередь. То есть, какого покемона вы хотите сейчас видеть с легендарных? Или Лугию, или Кьюгра. То есть, кто вам больше всего нравится? И кого вы хотите, чтобы я словил следующим? Точнее, кого вы хотите, чтобы вылез следующий наружу, показался нам, и чтобы мы его словили? Лугия или Кьюгра? Я не знаю, честно. Мне Лугия очень нравится, мне Кьюгра нравится. И выбирать между ними я как-то не могу, что ли. Но я бы был бы рад любому с них. Хоть кто бы вылез, я был бы очень сильно рад. Шайни! Шайни! Шайни, 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 шайни. Мне не показалось. Вот. Сам. Я его не бил. А мне в чат написало то, что я его ударил. Я не хотел его бить. Не нужно бить. Не нужно его бить. Я не хочу шайни убивать. Третий, мать его, шайни. Ладно, без мать его. Просто третий шайни в этой серии. Плохо? Я не скажу, что плохо. Этих трех шайни мы словили. Охренеть, ты полегче, полегче. Фу, все, гипно. Ты там успокойся, разошелся. С одного удара нас практически убил. Тихонько, тихонько, гипно. Мы просто тут ходим, качаемся. Мы не ищем приключений на задницу на этом острове покемонов. Я знаю, вы тут все крутые. Вот, если даже Сивайпра взять. Какой нафиг двейбл? Я кидал в Сивайпра, а попал в... Десятый уровень? Ты что меня подводишь? Я думал, ты сейчас какой-то там 60-й уровень будешь. Друзья, мать твою.
Я не знаю, но он меня очень сильно бесит вот этим дроузи. Вот 30 уровни. В принципе, нормально, тут даже качаться. Этот какой? 43-й, нифига себе. 43-й уровень, ребята. 43-й, вот так. И вот так, замечательно. Ну что, ребята, вы готовы, чтобы мы сейчас сели на нашего, на нашу, точнее, Алтарию и полетели искать приключения в океане, да? Да, для того, чтобы найти какого-то легендарного покемошу. Да. Ты нас отравил, зараза, не нужно нас травить. А, перед этим давайте Георгия убьем, ребята. Георгия нужно убить, потому что, ну, он 30 уровень, я не скажу, что очень большой. Но 1000 опыта со всех его покемонов, в принципе, можно набить. И я не скажу, что это плохо за пару секунд, да? Ну что, заразы? Вотсон! Иди сюда, мы сейчас тебя завотсоним нафиг. Иди сюда. Да харе, я понял, у тебя много покемонов, но давай, достаточно. Все. Ну что, ребята, будем уходить отсюда, как думаете? 22-й, какие-то мелкие уровни, да. В принципе, давайте будем уходить. И, нет, знаете что? Сейчас еще одну тактику попробуем. Тактику спавна легендарных покемонов. В принципе, у нас это работает на Суйкуна, да? То, что он у нас заспавнился несколько серий так назад. А сейчас мы постараемся сделать ту же тактику. Просто тпхаться на какой-то другой остров. Он у нас заспавнился, по крайней мере. То, что нам не нужно, то нам будет спамиться, да? Суйкуны, вот эти все у нас будут спамиться. Но те покемоны, которые нам нужны... Не будут они никогда спамиться. Зачем Лугия спамится? Зачем еще кому-то спамиться, если могут 35 суйкунов заспамиться? Вы согласны, да? Я тоже согласен. Так, это сюда садимся... Ребята, садимся, полетели. Мы немного пролетимся тут, хотя бы минутку полетаем. Вдруг что-то вылезет наружу и даст нам себя словить. У нас при себе два мастербола, нифига себе. Ну пускай будет два мастербола, я ничего против не имею, только откуда я их взял? Ну один у нас был уже давным-давно, а другой, не знаю, тюкнулся что ли. Я его с креатива не брал, ну, какой смысл мне брать с креатива? Фиг его знает, честно, я не помню. Может, у меня уже настолько склероз, что я забыл, как я его купил? Может быть, иногда я действительно уже много чего начинаю забывать. Фиг его знает, ребят, извиняюсь, но я не помню. Ну что, никого? Понятно, что никого. Думаете, сейчас кто-то заспанится? Думаете, сейчас какая-то легенда вылезет? Фиг тебе, Эдисон, никакая легенда в этой серии 100% не вылезет. Побегает еще без легенды там в серии, не знаю, 30. И то, если. Там еще один слоубро шайни сзади нас. Только он нам нафиг сдался, потому что у нас давным-давно уже есть два шайни слоупока. Нет, точнее, один слоупок, один слоубро. И в принципе 35-й. Ух, ни хрена себе. И в принципе 35-й нам 100% не нужен, потому что, ну. Какой смысл иметь там 10 одинаковых покемонов, даже если они шайн? Я не вижу никакого смысла. Давайте еще пойдем сюда. Вот, да, вот он там бегает, шайн. Да твою нафиг, ну ты 10 уровень, ну что ты хочешь, что ты хочешь доказать? Напав на... А, еще один шайн. Ну он у нас тоже уже есть, ребята. Это я 100% помню, то, что этот шайни у нас есть. Мы его уже встречали несколько раз. Поэтому я даже проверять не буду, я знаю, что он у нас есть. Нету смысла даже на него смотреть. Мы на тебя даже смотреть не будем, ты нам просто не нужен, извини. Но мы уже встречали твоих родственников, мы уже их даже всех словили. У нас вроде его и первая эволюция есть, вроде и вторая эволюция есть, шайни. Я уже столько раз забывал, что я его уже, ну, много раз ловил. Ну что, мне бы, если честно, Энтея тоже очень сильно хотелось бы словить. Он спавнится в горах. Он в горах спавнится. Но... Словить Энтея, я не скажу, что это просто. То есть никого не просто словить. Как видите, вообще легенд у нас нет, потому что они просто не спавнятся. Да. Словить Энтея... Ну какой в жопу 6 уровень тренер? Ну я вообще... Вот зараза мелкая. Я кидал...
бой в этого 53 уровня. Он перед нами пробежал и просто вступил с нами в бой. Я не знаю, что он хотел доказать, то, что он действительно сможет нас убить или... Зруарк! Нифига себе! Здрасте, Зруарк! А у нас, кстати, есть его первая эволюция. У нас есть, да, ребята. Я Шани случайно убил, но неважно. А у нас есть его первая эволюция, поэтому не кричите, мол, Эдисон, лови Зруарка, лови, почему ты его пропустил. Я его пропустил, потому что он у нас уже есть. Точнее, даже не он, а его первая эволюция. Вот Зруа даже, ребята, слышите, где-то... В какой стороне? Фиг его знает. Извиняюсь, что-то хотел сказать, потом резко передумал, и получилось вот так. Алтария, давай, спамь Райквазу. Только быстренько, в этой серии нам нужна Райкваза. Давай, не выпендривайся, спамь. Давай, 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 в этой серии Райкваза, Райкваза, вылезай, вылезай, вылезай. Все тебя очень хотят видеть, да, ребята? Давайте вместе все дружно попросим Райквазу появиться и показать нам себя. Давай, Райкваза, зараза, вылезай в этой серии, мы тебя уже заждались. Да не только Райкваза, вообще любого другого легендарного покемона. Давай, Райкваза, давай, 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 давай. Ну, как вы видите, ребят, легенды не хотят с нами дружить, что нам делать? О, здрасте, 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 здрасте. Ребята, что нам делать, с нами легенды не хотят дружить. Легенды, пожалуйста, вылезайте. Level Ball, легенды. Мы соскучились, ребята, мы же соскучились по легендам. Мне кажется, да. Чё-то не... Ну, хотя бы Шани. Чё-то они вообще не хотят появляться. Я, если честно, даже не знаю, что делать с этими легендами. Заразы, а! Заразы, легенды, заразы! Заразы, джунгли, давай, Мью, давай... Давай, вылезай, не выпендривайся! Ребят, что... давайте придумаем какой-то план. Какой-то план, с помощью которого мы сможем словить легенду. То есть, что нам нужно сделать, чтобы какая-то легенда появилась? То есть, я не знаю, какой-то ритуал нафиг провести может? Я не знаю. Опа, опа, Басяндрик? Это Басяндрик? Да, это Басяндрик. Басяндрик, Басяндрик, что ты нам дропнешь? Ха? Что ты нам дропнешь, Басяндрик? Показывай. Показывай свой мастербол, Тандер. Тандер. Ну, левелбол так левелбол, пускай будет. Ничего не могу сказать, может даже пригодится. Так, ну что? Какая вообще у нас еще легенда есть? Ну, Мью, это ясно. Райкоу. Не знаю. Предыдущий, ребята, вот кто знает, кто большой эксперт в этих делах, напишите в комментариях, где спавнится, точнее, я знаю, где он спавнится в саванне, но когда он спавнится. В предыдущих версиях он спавнился днем, вроде даже и ночью он спавнился в саванне, как я уже сказал. Но это, о, Шайни или босс? Но это одно, то, что он там спамился, это одно, это босс, вот это Шайни, точнее, он у нас уже есть. А то, что он там спамился, ребята, это одно, но, как вы знаете, создатели Пиксельмона всегда любят что-то менять в новых версиях, поэтому я сейчас и задаюсь вопросом, да, если Райков в предыдущих версиях спамился днем в саванне, то сейчас он может спамиться уже где-то в другом месте, и мне кажется, так оно и есть. Я не знаю, это просто предположение, но все-таки у меня есть такие мысли, то что они уже перенесли его спам. Почему-то я пришел к такому выводу, потому что в предыдущем сезоне Райкоу у нас спамился довольно-таки часто. Можно сказать, через серию у нас вылазил новый Райкоу. Но сейчас я его не замечаю, сейчас я даже не знаю, спамнится ли он тут и будет ли он вообще у нас в этом сезоне. Или знаете, что нам проще сделать? Может просто забить... О. Босик. Может просто оставить этих легенд... И босс рядом заспамился, и Шани рядом заспамился. Это может знак, что сейчас легенда какая-то заспамится. Может, да, может. Вряд ли это, конечно, будет, но все же. Ух, сколько хлама мне. Вот это выкинуть, вот это нафиг выкинуть, вот это выкинуть, вот это выкинуть. И вот это даже можно выкинуть. Здрасте. Сколько вас тут?
Но боссики все-таки. Все-таки у нас куча боссиков, все-таки у нас куча. Куча шайн. Я даже не знаю. Мы отлично поменялись, то есть убрали легенд в какой-то степени. И на замен нам добавили и шайни, и легенд. Нифига тут нету в этой деревне. Потому что, мне кажется, так оно и произошло. Как видите, легенд у нас нету, но зато у нас куча и боссов, и шайни. Не знаю, ребята, это может какой-то обмен был. Легенды обменялись местами с другими покемонами. Мол, договорились, знаете, там. Мы там сейчас не будем спамиться, давайте вы будете спамиться. Все. Все, Эдисону хватит легенд в этом сезоне. У него уже и Селеби, и Грудон, и Суйкун. Это уже три легенды. Если учитывать три легендарные птицы, хоть они в принципе не спамятся. Все, что вам нужно, это найти алтарь, прокачать орб. Это уже 6 легендарных покемонов. В принципе, у нас в этом сезоне, да, уже 6 легендарных покемонов. Ну, я не знаю, ребят, стоит ли нам считать легендарных птиц, мне кажется, нет. Потому что, по сути, они не спамятся. Если вы нашли алтарь, если вы прокачали орб, вы можете их заспамить в любой момент. Поэтому я не знаю, нужно ли нам это считать. Мы, кстати, тут были. Что-то у меня такое предположение. Нет, все-таки были. Были, мы уже тут везде были нафиг. Везде. Забдус, Селеби, М, Экстрим Плюс. Я не знаю, честно, ребята. Я бы, конечно, хотел попытаться словить Мью, но я, в принципе, знаете, что могу сделать? Я, конечно, могу поставить на паузу и просто тут летать часами. Летать часами и пытаться найти Мью. А когда она все-таки заспавнится... Да почему ты туда падаешь, зараза? Когда она все-таки заспавнится, возобновить видео и показать, мол, вот легенда заспавнилась. Но я не думаю, что это отличная идея. То есть это не то ощущение, когда легенда спавнится у тебя на глазах на серию, да? Когда ты вот так летаешь и прикиньте, сейчас пум, заспавнилась Мью, и ты прям офигел. Мью, нифига себе, нифига себе. Это, конечно, не то ощущение, но... А что мы можем поделать, если эта скотина не спамится? Извиняюсь за выражение, но, ребят, так оно и есть. Не спамится, хоть вы убейте, вот честное слово. Это случайно там не боссик плавает? Боссик. Только, чтобы попасть в него, круто. Чтобы попасть в этого боссика, Маджикарпа. Что нам, дропнет наш... Ух, как ты много, офигеть, он на приколе, я не знаю, ребят, он сейчас нам прикололся, он нам дропнул 400 и 600 опыта, у меня нету слов даже, как его можно назвать, у меня просто нету слов, честное слово, ребята, это офигеть, это специально для подписчика, если у меня, конечно, сейчас получится, я не помню твое имя, прости, я действительно его не запомнил. Но это специально для тебя. Я помню, кто-то у меня просил, мол, Эдисон, я тебя очень сильно прошу, если ты в следующей серии, ну, там, увидишь Эмолгу, то, пожалуйста, слови ее для меня. Специально для тебя, подписчик, еще раз прошу извинений, я не помню твоего имени, но это Эмолга специально для тебя, потому что ты ее попросил, и я для тебя специально ее и словил. Да, все, ачивку в этой серии я выполнил, ачивку от подписчика, который написал мне, чтобы я словил Эмолгу. Я уже выполнил. Да, это было специально для тебя. Ждем ночи. Пойдем еще немного полетаем над океаном парочку минут и посмотрим, сможем ли мы что-то там найти. Если нет, то нет. А пока у нас будет приближаться вечер, я полетаю над джунглями, но я вам этого показывать не буду. Если все-таки кто-то заспавнится, значит, я покажу. Если нет, то мы сразу вечером передвинемся и побежим летать над океаном. Да. Вдруг, может, Мью надумает и может вылезет. Не знаю, ребят, посмотрим. Ну что, ребята, никто, к сожалению, не заспавнился, но мы не будем расстраиваться и сразу перемещаемся на остров, потому что у нас сейчас уже будет закат. И сейчас, ребята, мы последние несколько минут этой серии полетаем над океаном и посмотрим, сможет ли у нас кто-то наконец-то заспавнится. Этот, да, Шайни Старли, но Шайни Старли у нас уже есть, поэтому не будем мы ее даже ловить. Ребята, внимательно смотрите в воду, не только... Заспавнится ли легенда или нет? Внимательно смотрите, вдруг там Дратини будет, а я ее нечаянно пропущу. Я этого не хочу допустить, потому что Дратини мы тоже очень долго уже ищем. Поэтому я не хочу, не падай в воду, а то фиг мы отсюда выберемся. Я ее не хочу пропустить, поэтому
Ой, не лагай. Поэтому, как только она заспавнится, мне нужно знать то, что вы ее увидите и сразу побежите кричать в комментарии, мол, Эдисон, ты там пропустил дротини на такой-то секунде. Давай, беги туда и лови ее. Так, вечер, ночь. Кьогр! Или Лугия! Заразы! Давайте вылезайте, какие-то страшные звуки слышу. То, что как будто там какая-то птица в небе пролетела нафиг. Может. Твою мать! Как я не люблю падать в воду на летающем покемоне. Потому что ты падаешь в воду. Так, тут никого нормального нету. Потому что как только ты падаешь в воду, ты не можешь обратно на него залезть. Тебе нужно опять бежать на сушу, чтобы на него сесть. Тут, в принципе, есть большие покемоны, но все же мы договорились, ребята, то, что как только наступит вечер, мы полетаем. Я, в принципе, сейчас поставлю на паузу на несколько секунд. Ну, в смысле, для вас это будет несколько секунд, а я тут полетаю до утра. Я хочу убедиться, то, что действительно этой ночью никто у нас не заспавится. Если заспавится, то я сразу же возобновлю серию. Если не заспавится, значит, я вернусь тогда, когда наступит утро. Да, ребята. Заспавнился! Да, в этой серии у нас заспавнилась легенда. И посмотрите, кто у нас заспавнился. В ту же секунду, как я только это сказал, у нас опять, мать его, Суйкун заспавнился. Иди ты в жопу, а! Иди ты в жопу. Вот честное слово, иди нахрен. Пожалуйста, уйди, нечистая сила Суйкун, иди нафиг, все, не знаю, мне уже пофиг, мне уже по барабану, но меня этот Суйкун уже прям напрягает жестоко. Иди ты нафиг уже, пожалуйста, мы тебя все просим. Уйди, зараза, сгинь, иди нахрен, я уже, как мне его прогнать, как мне этого тролля, мать его, прогнать, как? Твою на... Где ты, зараза? Ты тут заспался или ты где-то на другом конце света? Твою нафиг! Иди ты в жопу. Я даже не хочу уже тут оставаться. Иди ты нафиг. Я бегу сюда в надежде то, что у нас заспавится. То, что у нас заспавится... Я не знаю, кто тут может. Энтей заспавится. Иди ты... Я уже даже, вот, Shiny Geodude у нас уже есть. Я уже запарился даже его посылать. Апсол у нас тоже уже есть. Это охренеть просто. Честное слово, ребят. Что это за шуточки-прибауточки нафиг? Ну какие в жопу каждую серию по одному Суйкуну? То есть за 30 серий не может заспавиться ни одна Лугия, ни один Кьогр, ни один... Это что такое? Ни одна, мать его... Я не знаю... Мью? Нет, зачем, если каждую серию у нас Суйкун нафиг будет вылазить? Я просто уже все, то есть... Я не знаю, ребята. Че, ну что за... Кто-то мне может объяснить? Вот напишите свои варианты в комментариях, что это за фигня? То есть... На нас легенды обиделись, я не знаю. То есть никто другой не хочет вылазить, только нафиг Суйкун. Суйкун, ты крутой, да, ты прям жестокий очень, все и все такое. Ты прям супер-пупер легендарный покемон, но ты запарил нафиг, у нас уже есть один Суйкун, нам не нужно еще 85 Суйкунов. То есть пойми ты это тоже. И все, прекращай нафиг вылазить, все. Ты нам не сдался нафиг, то есть все. Я вот сейчас честное слово тебе говорю, еще один Shiny Geodude, нифига себе. Я тебе вот сейчас честное слово говорю, иди нафиг, то есть ты нам больше не нужен. Ребята, мы все благодарны Суйкуну за то, что он один раз вылез, да. Один раз. Не 251, а один. Суйкун, сгинь, все. Все, уходи, не возвращайся в этом, по крайней мере, в этом сезоне. В следующем я даже не знаю, если будет следующий сезон, это, ребят, зависит от вас. Ну, следующий сезон Покемона, фиг его знает, честно. Сначала нужно закончить хотя бы вот этот, чтобы смотреть, будет ли следующий или нет. Идите в жопу, то есть я уже запарился искать вообще любых легенд, потому что я уже просто офигеть, честно. У меня уже слов нет, у меня просто слова закончились. Что я могу сказать? Я офигеваю, честно.
Я не знаю, что вам сказать по поводу этих легенд. Я вам даю слово, то, что в течение 30 секунд заспавнится еще один Суйкун. Вот смотрите, дайте я переключусь на... Ой, не туда, вот так. А вот сейчас заспавнится еще один Суйкун. То есть... Это что такое? Это... Вот эта фигня. Ни хрена себе там звуки. Данж в Майнкрафте. Только нафига нам сдался этот данж, если... Ай, нифига себе, он еще даже тут спавнится. Звуки там нафиг страшные. Какого-то демона призывают. Я не знаю, честно. Да прикиньте, это какая-то там лаборатория нафиг Мьюту там живет. Как это многие еще, наверное, в это верят. Но все же, это обычный, наверное, данж. Наверное, а вдруг там таятся какие-то нафиг страшные загадки. Может, нас там, не знаю, Шайни Райкваза ожидает, которая захватила этот данж и ждет, пока кто-то придет туда ее освободить и словить свой мастербол. Не знаю, может быть. Вот сейчас идите и думайте, что там такое. А мы пока еще пару минут полетаем, или сколько у нас тут осталось до того, как наступит рассвет и все вампиры сгинут. Не знаю, какие вампиры, ладно, это уже бред в голову есть, потому что этот Суйкун, он просто все, он разбомбил полностью мою башку, мою логику, мою все, он меня уже запарил, честное слово. Как, можно как-то выключить его спаун? Сейчас, дайте я подлечу немного высоко, чтобы не умереть, как-то, знаете, какой-то командой, Суйкун, все, чтобы он больше никогда в этом сезоне не спавнился. Я не знаю, честно слово. Я не знаю, что он с ним делает. Я его сейчас уже даже посылаю. Все. Я надеюсь, что он поймет, что я имею в виду, и больше к нам не вернется. Суйкун, иди в жопу, пожалуйста. Все. Я надеюсь, ты меня понял. Никого тут нету. Какого-то покемошка крутого. Чё-то я никого не вижу. Никого. Зато 35-й Шайни Зубат нам уже встречается за последние серии, но, к сожалению, ты нам тоже не нужен, потому что ты у нас уже есть. Ну что, ребята, в принципе, мы будем возвращаться. Давайте подведем небольшие итоги, кого мы словили в этой серии. Мы словили Шайни Одиша, Шайни Шелдера, Шайни Тра-та-та-тра-та-та-та-та-ту. Шайни Видла и Эмолгу. 4 шайни, 1 покемон, которого меня просил словить подписчик. Ребята, на этом, к сожалению, мы будем уже заканчивать эту серию, да. Если вы хотите топ-5, новый топ-5 каких-то крутых покемонов или шайни покемонов, или еще кого-то, ребята, вы знаете, что делать. В первую очередь, если мы наберем 1200 лайков, то сразу выходит новая серия Пиксельмон, когда это будет зависеть только от вас. Поэтому не поленись потратить одну секунду, чтобы поставить лайк, но тем самым ускорить выход новой серии Пиксельмон. И я вам даю слово, то, что если мы наберем 1500 лайков на вот этой серии, то в следующей серии я сделаю новый топ, в котором вы будете решать, какой покемон лучше всех. Да, ребята, также не забываем подписываться на мой канал. Я люблю, уважаю и также ценю своих подписчиков. Каждый подписчик для меня друг, поэтому если ты хочешь присоединиться к нашей семье подписчиков, все, что от тебя требуется, это просто нажать на красненькую кнопочку с надписью «Подписка». Да, я буду очень сильно рад, если ты также присоединишься к нам. Да. Поэтому не поленись, поставь лайк. Поставь лайк, подпишись на канал, и я буду очень этому рад. Да, ребята, мы прощаемся на этом моменте, к сожалению, но мы встретимся завтра в следующей серии. Какая она будет, зависит также только от вас, ребята. Да, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.